Всем привет! Меня зовут Женя Одинцова. Я являюсь студенткой Карлова университета факультета психологии. В 2012 году я переехала в Прагу с целью поступить в чешский вуз. Гоустади являлся моим языковым курсом, и первый год я учила чешский язык. Гоустади оказала колоссальную поддержку в плане подготовки к вступительным экзаменам, к подготовке к нострификации и остальным вопросам, касающимся визы, в целом проживания в Праге. Могу сказать, что первый год был, наверное, самым сложным, так как приходилось учиться новым вещам, познавать не только чешский язык, но и в целом. Но несмотря на то, что большую часть времени я действительно готовилась к вступительным экзаменам, мы много путешествовали, познавали другие места, путешествовали не только по Чехии, но и в целом по Европе. Так что могу сказать, что первый год был годом открытий не только Праги, но и в целом культуры Чехии. Подготовка к вступительным экзаменам на самом деле отнимает очень много времени и сил, и усилий, но считаю, что главное — это желание. Для поступления на факультет психологии необходимо сдать вступительный тест. Он основывается на трех книгах, две из них по психологии и одна по специальной педагогике. И все вопросы будут именно оттуда. Следовательно, прочитав их, вы сможете поступить. Поступив на психологию, могу сказать, что это замечательный вуз, где прекрасные преподаватели, которые тебе всегда помогут, всегда войдут в твое положение. Студенты также помогают с вопросами, с какими-то дополнительной информации, поэтому могу с уверенностью сказать, что на своем факультете я ощущаю себя очень счастливым студентом, я довольна всем, что происходит, чему мы обучаемся, как мы обучаемся, это не только лекции, но и семинары, где мы можем активно участвовать в дискуссиях, обсуждать какие-то насущные темы, поэтому смело могу заявить, что учеба в Карлова университете на психологии очень здоровская, очень интересная. Отучившись там на бакалавре, я поступила на магистратуру. Наш университет предоставляет нам возможность обучения по программе обмена Erasmus, и я принимала в этом участие. Я один семестр училась в Бельгии. Могу сказать, что это чудесный опыт, это другая страна, другая учеба, другие знания, и все это благодаря тем возможностям, которые предоставляет нам наш университет. Так как я уже и сказала, сейчас я на последнем курсе, и могу смело заявить, что учиться в Праге, в Чехии — это замечательно, это прекрасно, это очень много возможностей, перспектив как для нашего личностного роста, так и для профессионального. Поэтому всем будущим студентам желаю огромной удачи, все получится!